Ну, многих я знал, я тут служил год. Всех практически знал, но лучше всего знал Артема Тарасенко. Царство всем небесным, кто погиб сегодня в такой катастрофе. Потому что музыка – одно из самых главных божественных даров вообще. И эти люди честно, абсолютно честно служили этой профессии. Я думаю, что честно служили этому чудесному ансамблю. Это страшно. Я думаю, что все плачут и все не находят себе места. Цвет нации – это люди искусства, люди культуры, и это интеллигенция. И потеря таких людей – это есть самая большая трагедия для России на сегодняшний день.